дорогие друзья! Как вы помните, я вам обещала пройти с магазином и рассказать о том, сколько стоят основные продукты в Турции. И сегодня мы пойдем с вами в магазин BİM. Магазин BİM – это один из сетевых магазинов Турции. И когда вы заходите в магазин BİM, при входе вы можете видеть вот такие вот постеры. На этих постерах обычно за неделю до распродажи выставляют товары, которые будут продаваться. Здесь можно купить все, от текстиля до детских игрушек. Например, вот вы видите, здесь, например, стоит корзинка для рынка 29 лир. Здесь можно купить бытовую технику, еду, различные соки, воды и так далее. Например, телефон турецкой фирмы Vestel можно купить всего за 500 лир. Обувь, различные тапочки по 14 лир, по 29 лир. Но это, естественно, не кожа. Какие-то бытовые приборы, например, вот этот бытовой прибор всего 75 лир. Детские ролики тоже по 75 лир. В общем, обращайте внимание на эти постеры. Ну, а теперь пойдем в сам магазин. Магазин работает с 9 до 22. Можно взять вот такие вот тележки. И при входе мы попадаем. Я надеюсь, меня отсюда не выгонят, но цены на хлеб очень популярен. Вот такой вот турецкий хлеб. Он стоит 90 куруши или 1 лиру. Ну, а обычно средняя цена на хлеб, мы, например, берем вот такой вот кепекли экмек, и он стоит 2 лиры 60 куруши. Есть хлеб по 2,75, по 2,50, различные булки, вот такие вот булки для гамбургеров. В общем, средняя цена на хлеб от лиры до 3 лир. В магазине также продаются различные варенья, 400 грамм, 5 лир, 6, от 5 до 6 лир. Очень вкусные вот такие вот варенья, мы иногда их покупаем. Особенно мне нравится вот такое вот вишневое, стоит оно 500 грамм, 4,95. Да, и, кстати, друзья, я забыла вам сказать, что 1 лира на данный момент это 13 рублей, а 1 доллар стоит 5 лир. Поэтому умножайте на 13, либо если вы умножаете на доллары, цену в долларах, то 1 доллар 5 лир. Поэтому цены я буду говорить в лирах, а вы уже там считаете сами. Также здесь продается кофе, вот такой вот Gold, стоит 16 лир. Но мы обычно по утрам пьем вот такой вот приводной. Берем вот такую вот большую коробку, и стоит она, видите, 30 куруши. Есть с фундуком, есть 2 в одном, просто кофе и молоко. Различные печеньки, ну и, конечно, сладости. Например, вот такие вот брауни по 75 куруши. В общем, цены на шоколадки, вот на такие вот кексики от 30 курушей. Шоколадки можно купить в пределах 1 лиры. Вот такой вот, например, мини-брауни стоит 3,95. Вот эту я себе, пожалуй, возьму. Вот турецкие шоколадки по типу Марса. Стоят, видите, всего 50 куруши, но они очень-очень вкусные. Вот такие вот стоят 70 курушей. Они, кстати, тоже вкусные. Есть различные кексы. Ну и, конечно же, очень много сухофруктов. Например, хурма. Вот эту хурму мы покупаем очень часто. Она стоит всего 9 лир. Здесь 250 грамм. Ее я тоже возьму. Также вы можете купить вот такой вот сухие абрикосы. Как они называются? В общем, сухие абрикосы стоят они всего 6,45. Ну и здесь дальше продолжаются шоколадки. Много изюма, сухой изюм 4,95. Черный изюм. И вот такой вот с грецким орехом вкусняшка турецкая
сладком, сладкой оболочке, в такой стоит 2,45. Различные вафельки, как я вам говорила, по 50 куруши. Ну и здесь начинается самая вкуснятина. Грецкие орехи, 500 грамм, 13,95 в скорлупе. И грецкие орехи здесь есть без скорлупы, стоят 13 лир. Смесь ореховая, 6,45. Можно купить кукурузу, приготовить дома. Различные семечки. И разные другие орехи. Чищенные семечки, например, стоят они всего 1 лиру. Вот такая вот кукуруза в соусе, в интересном. Стоит она 2,45. Смесь орехов 12. Кешью, орехи кешью 13,95. Земляной орех 6,45. Также есть соленый земляной орех 3,75. Есть вот такие вот. Вот это, кстати, очень вкусно в соусе. Фисташки, а как это по-русски называется? Фундук. В общем, орех в соусе. И миндаль. Миндаль стоит у нас 9,45. И чищенный фундук 6,75. Есть еще нечищенный фундук, но я обычно покупаю вот такой нечищенный фундук. Для тех, у кого есть детки, вот детское питание. Например, баночка детского питания фруктового стоит лира 20. И какие-то здесь вот такие вот смеси, вы можете посмотреть, мамочки, наверное, знают, стоят лиру и так далее. Вот это вот печеньки, видите, шоколад для того, чтобы делать вот такие вот печенюшки. Выбор здесь, конечно, не очень большой. Есть для что-то для выпечки, сода, дрожжи и так далее. Ну и различные крема, которые тоже можно купить, стоят они по 2,45. Какие-то вот такие интересные турецкие сладости. Ну и обычные печеньки стоят тоже все в пределах лира. Вот какие-то такие новые печенюшки появились. Интересно, стоит 4 лиры. Помимо обычной кока-колы в Турции, вот такой вот обычной стандартной колы, которая стоит 4,45, в Турции можно купить вот такую вот турецкую кока-колу, которая называется Ле Кола, и стоит она в 2 раза дешевле, всего лиру 50. Разницы нет, потому что все это одинаково вредно. Ну и помимо обычной фанты, можно купить вот такую вот турецкую фанту, которая называется тоже Лемонди. Типа подделка под кока-колу. Здесь продаются различные чипсы. Чипсы 100 грамм в пределах 3 лир. Можно купить вот такой вот супчик. Стоит он лиру. Вот это вот, кстати, очень вкусная штука барбуния. Стоит 2,95. Ее можно купить, разогреть. И у вас будет полноценный ужин. Это фасоль. Фасоль в соусе. Бич-пакеты, кстати, очень дорогие здесь. 1,25. Это достаточно дорого. Ну и можно купить тунец. 7 лир за 2 баночки, различные специи. Цены на специи разные, от лиры до 5 лир. Много различных специй. Про них я вам расскажу, когда буду делать обзор подарков из Турции. Ну и тут обычно майонез, всякие разные кукурузы, горошек и так далее. И, конечно же, знаменитая турецкая томатная паста 3,45. Ее я тоже возьму. Кстати, я недавно прочитала, что на самом деле томатная паста намного полезней помидор.
обычных, потому что после того, как помидоры проходят обработку термическую, выделяется какая-то там клейковина, ну, в общем, что-то очень полезное. И, в общем, от томатной пасты больше пользы для здоровья. Ну, естественно, что мы любим больше всего в Турции, это минеральную воду с различными вкусами. Минеральная вода обычная, 6 бутылочек вот таких вот стоит 3 лиры 25. И мы обычно покупаем с разными вкусами. Например, мы очень любим с лимоном или с мандарином. Вот такие вот тоже появились интересные бутылочки. В общем, стоит минеральная вода в пределах 4 лир. Есть вот такая вот, как спрайт, традиционная такая турецкая. Ну и, конечно же, воду. Многие спрашивают про воду. Воду для питья мы покупаем, потому что сейчас жарко, мы не покупаем вот такие вот большие бутыли. Мы покупаем 1,5-литровые бутыли, чтобы вода не стояла на жаре. Стоит 85 курушей, а 5 литров стоит 2,25. Не показала я вам чай. Упаковка чая в среднем стоит 2,25 и выше. Ну и, конечно же, можно приобрести килограмм чая вот такого вот. Будет он стоить, ну, хорошего качества, в пределах 20 лир и выше. Цены на молоко. Здесь есть жирное, полужирное. Молоко стоит 2,50, 2 лиры 50 куруши. Обычное подсолнечное масло продается вот в таких вот больших бутылках. 5 литров стоит 27 лир. Ну, можно купить, конечно же, вот в таких вот маленьких бутылках. Здесь сколько его? Здесь 2 литра, стоит оно 12 лир. Ну, и маленькая бутылка литровая стоит всего 6 лир. Обычное масло, ничего особенного. Есть еще масло кукурузное. Ну, и, конечно же, самое вкусное это такое вот оливковое масло. Оно стоит, вот эта бутылка большая, 2 литра 29 лир. А вот такая вот поменьше стоит 18 лир. Большой выбор здесь макарон. Цены на макароны, вот вы видите, лира 20, лира 15 даже. Все стандартные разные виды. И спагетти, и всякие разные спиральки, звездочки и так далее. Цены на рис. Килограмм риса стоит 7 лир. В Турции нет гороха, но в Турции горох мы заменяем чечевицей. Вот такой вот вкусной чечевицей, красной, либо зелененькой. И чечевица стоит 6 лир, в пределах 6 лир. Различные бобовые, которые мы практически никогда не покупаем. Сахар. 2 килограмма сахара. 8,25. Ну и, конечно же, мука. 5 килограмм муки. 9 лир. 2 килограмма муки. Я не знаю, я в муке вообще не разбираюсь. Стоит 4 лиры. Можно купить различные полуфабрикаты, типа лахмаджуна, пидея, различные пиццы, вот такие вот я раньше покупала, 8,45, вот такие вот 4 пиццы стоят 8,45, но, друзья, не особо вкусно. Мороженое. За литр мороженого цены от 4 лиры выше, за вот такое вот мороженое цены от 1 лир 95 курушей даже есть. Цены на яйца. 15 штук стоит 6 лир, а 30 штук стоит 11,75. Продаются здесь также различные оливки. Цена зависит от размера. Есть черные, есть вот такие вот большие банки. Но мы в основном покупаем вот такие вот. Килограмм 20 лир. Черные 13 лир. Ну
Ну а здесь уже начались йогурты. Маленькие йогурты здесь достаточно дорогие. Например, вот такой йогурт 2,25. Ну а мы обычно покупаем вот такие вот по 500 грамм. Здесь всего 3 вкуса. Кефир. Беру я вот такой вот кефир себе 5,75. Ну и продаются здесь еще грибы 4 лиры. Подорожали, кстати, были намного дешевле. Есть халва, кто любит разную халву. Мы в основном берем вот такой вот с тахином. С какао есть, с орехами. В общем, различных видов. Выбор мяса здесь небольшой. Можно купить фарш, белое мясо куриное, говядину, курицу, либо индюшатину. Ну, почем здесь? Например, белое мясо килограмм стоит 9 лир, ножки по 7, и курица целиком стоит 8 лир. Также есть индюк, стоит 10 лир, и, например, фарш стоит 15 лир, кёфте 13. Ну, в общем, как вы видите, выбор мяса достаточно маленький. Также в Турции очень мало разных видов колбасы. Здесь все в основном представлено суджуком. Суджук можно купить порезанный. Хороший суджук за полкилограмма. Вот вы видите, 450 грамм. Цена хорошего суджука в пределах 20 лир. Он достаточно острый, я его не очень люблю. Поэтому покупаем мы его, кстати, тоже редко. Ну, а колбаса, она вот такая вот. И она, ну, она, в общем, бумажная. Либо можно купить вот такую вот салями. Но она тоже, здесь мало, на один зуб ее. Ну, и масло. Масло здесь маргарин. Безим маргарин. Достаточно дешевый, по 2 лиры. Маргарин. Какой он на вкус и на качество, я не знаю, потому что мы его не покупаем. Ну, в общем, упаковочка маргарина и масло, вот настоящее турецкое масло, килограмм стоит 30-32 лиры. Ну и есть различный сыр для гамбургеров. Или вот такой вот сыр 225 грамм, стоит 6 лир. Ну и, конечно же, самое, что у нас самое вкусное в Турции, это йогурт. 2,5 килограмма стоит 8 лир, 3 килограмма 10 лир. Но все обычно берут по 5 лир, 1,5 килограмма. Есть вот такой вот еще жирный йогурт. Или мы берем с Айханом всегда вот такую вот маленькую баночку. Стоит он лиру 75. Ну и, конечно же, что улетает очень быстро, это айран. Маленькая баночка стоит 55 курушей, а бутылка 1,5 литра 3,45. Есть здесь также фрукты и овощи, но выбор небольшой, поэтому мы все покупаем на рынке. Например, огурцы по 4,50. Ну, естественно, здесь можно купить разные гигиенические товары. Кстати, можно даже купить стаканы. Кто-то спрашивал про турецкие стаканчики. Друзья, вот они, турецкие традиционные стаканчики для чая. 6 стаканчиков стоят всего 3 лиры. Поэтому, кто хотел, обязательно приходите, они есть во всех таких магазинах. Ну, здесь разные салфетки, порошки. В общем, все, что нужно для дома, зубные пасты. И в этом магазине также. Здесь, конечно, беспорядок, но я вам раньше рассказывала, что здесь можно купить текстиль. Например, вот такие мужские труселя. Стоит 2 штуки труселей, стоит 10 лир. Также мы здесь Айхану покупаем мужские футболки. Стоят 6 лир. Ну, а женщины могут купить вот такие вот маечки тоже. Стоят 6 лир. Либо я покупаю здесь вот такие вот носочки всего по 2,25. А мужские носки из бамбука. Они просто потрясающие. Стоят всего 3,85. Средняя цена на порошок 20 лир, 16-20 лир.
Ну и различные освежители для белья и так далее. А товары, которые я вам показывала в начале на постерах, вот они, видите, здесь выставлены различные товары. Кстати, очень красивые наборы для ванной. И продается здесь обувь. Ну и много обычно всякой ерунды, но бывают и полезные вещи. Также здесь продаются шампуни, одеколон, различные духи, туалетная вода. Вот такую туалетную воду, кстати, я покупала. Фирма Adidas, ей пользуюсь. Очень классно, мне очень-очень нравится. Ну что, дорогие друзья, наш поход в первый магазин продуктовый состоялся. Мы сходили в магазин BIM, посмотрели все цены очень внимательно. Поэтому в следующих магазинах, например, мы пойдем в следующий раз в магазин ШОК, мы посмотрим, намного ли отличаются цены в ШОКе, а потом и в магазине А101, и в Мигросе. Поэтому я надеюсь, что я удовлетворила ваш интерес. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, пишите комментарии, задавайте вопросы. Ну а на сегодня всем всего хорошего. Пока-пока.